Если ты хочешь попробовать Warface, то воспользуйся ссылкой в описании. С самого начала ты можешь выбить крутой приз из рулетки, а также получишь комплект могучих магма-шлемов и не менее могучих магма-пушек. С таким набором нагибать тебе точно понравится. Добро пожаловать в Warface, братишка! Компания «Дитак Допка» представляет. По многочисленным просьбам или захват на RM Warface. Ну что, Ракутаген, все как ты и мечтал. Стройка на RM Warface. Да, есть такое. На самом деле никогда не мечтал, не ври. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортит. Нас, к сожалению, поджимают. Кэп не прав. Я не хотел стройки на RM Warface. Хотя, ну, в принципе... Эх, сука, нагнула. Да. Так, давай. Мы проиграли раунд. Враг уничтожил всех наших бойцов. Неуспех. Защитите коды запуска. Итак, друзья. Захват на RM Warface. Игроки просили, уберите блиц. Да, игроки просили. Надолго лежим? Надолго. Позиция ключевая. Охраняю гараж, чтоб никто не зашел. Бля, зашли. Сука, жопа. Ладно, придется как-то выходить, сейчас резать буду. Да, разработчики говорят, типа, нет игрока, а игроки не против блица, какие там опросы. Ну опросы, блин, ну серьезно, это как ваша статистика. Нормальный опрос, человек заходит в игру, внутриигровой опрос устроите. Загорается прям менюшка у него. Да, нет, хотите играть блиц на RM Warface? Вот это будет честно. Вот это будет честно. А лучше, когда нажимаешь на RM, у тебя появляется эта фигня. Опросник. Хочешь играть? Блиц на РМ, нажимаешь да или нет? Вот это будет честно, внутриигровой опрос. Чтобы было видно, сколько людей хотят играть вообще блиц. Вот говорят, что типа, некоторые пишут в комментариях, не, наоборот, блиц, топ. Ну реально, таких людей, во-первых, даже в комментариях мало. А во-вторых, вот сколько я играл, я на Чарли играл. Вообще никто не хочет. Вообще вот среди знакомых никто не хочет вообще никакой блиц играть. На альфа сейчас играю, на альфа перешел. Тоже, вот, играю с кутокланами. Даблкил деточка, да? Точно! И прочно! Я не вижу ни одного человека, который хочет играть блиц. Разработчикам об этом говорили, они не вопрос. Еще и захват добавили. Молодцы разработчики, разработчики топ. Мы не хотели играть блиц, они нам еще и захват добавили, молодцы. Опыт-то уже был, кстати. Был такой опыт. Неудачный, кстати. У людей тогда пердак вообще сгорел просто моментально. Это слишком сочно. Не надо, ну пожалуйста. Вот послушайте людей по-настоящему один раз. Давайте сделайте вот... У вас тестовый режим, вы захват добавили. А давай только вот подрыв сделаем, тестовый режим. А потом проведете опрос. Нравится вам только подрыв играть? Букешка, ну вот объясни, почему не захват и блиц? Я не могу понять, чем плохи эти режимы? Да потому что эти режимы не тактические. Игроки РМ, которые постоянно здесь играют, это игроки подрыва. Они любят делать фейки, особенно когда у них нормальная команда, да, стак из 5 игроков. А что захват, что блиц, это... Режим одной точки. Все. Тут только вот. Только одни коды. Одна точка. Все в итоге там сойдется. То же самое этот блиц. Они в этом плане, ну блин, как же так, капитан Динго? Давай, не надо так делать. Давай, Ракатоника сейчас нагнет всех. Костян, ну Костян-то точно, давай. Давай, деточка, красава. Все правильно делает. Наша школа. Вот так вот, да. Вот так вот. Спинохода продавил, молодец. Красавчик Костян, ща мы с тобой вдвоем. Че, хп попал. Нет, сука! Букенки на да.
Это тупые режимы просто одной точки, и все. Они прикольные, да, паблик поиграть. Ну серьезно, ну блин. Собираешься стаком из 5 человек, чтобы потактиковать, фейкануть, обмануть противника. Все, пипец. Бежим на одну точку, блин. Коды отбивать. Это, не знаю, ну не то, вообще не то. Костян. Да, но у него уже не было шанса, его окружили. Вот именно поэтому такие раки, как вы, и не любят захват. Вот она, истинная причина. Ой, ты бы молчал, мы, между прочим, здесь чаще выигрываем. Я тебе говорю, неинтересно это играть. Но это слишком лобовой режим. Разработчики, вот если вы хотите там блиц свой продвигать, захват, устраивайте режим недели на паблике, бонусный. Даблкил, детка! Мультикил! Не, килтек не имба. Не имба. А в твоих руках он вообще не имба, поверь мне. В твоих не имба. Не надо только про руки. Вот у меня-то руки как раз нормальные. Да, они нормальные только для того, чтобы жопу вытирать. Чувствую, я тебе ща лося пропишу. Че, подбамливает, сука? Ну че ты, блин, начинаешь первый-то? Вообще-то ты начал. Нет, ты первый начинаешь сегодня. Я тебе вообще слова плохого не сказал. Хотя, сука, следовало бы. Типичный Ракутагин в жмурах спрятался. Вот ты опять начинаешь, да? Да, прячу, все правильно. Использую тактические возможности. Я же тактический игрок. А ты тут? Да. Ёпсель-мопсель, какой же ты скунс. Да насрать вообще, это работает, понял? Иди, блин, блицы свои играй, понял? Мы победили. Команда противника. Не, я вообще хочу, чтобы Рэм на мясорубке был. Это мои личные Братишка, хотелки. Ответь на один вопрос. Если не добавлять захват, блин, ну все да, это да. убрать, то где разнообразие будет на РМе? Да очень-очень просто, блин. Карту подрыва сделать. Серьезно, разработчики, вот тот же трейлерный парк, например. Да, карта специфичная. Но серьезно, вот опросите игроков подрыва. Да лучше играть трейлерный парк, чем играть вот эти блицы и захваты. Сделайте 4-5 карт новых, постепенно, не спеша, для подрыва, не для киберспорта. Не надо их на турниры сувать, чисто для людей, народные, так сказать. Блин. Проведите голосование у себя в официальной группе. Что, мол, давайте вместо того, чтобы блиц, захват засовывать, давайте мы сделаем 4-5 карт новых на подрыв. Вы согласны? Я вам говорю, люди скажут, мы согласны. Карты не для киберспорта, туда их не надо совать. Чисто вот такие народные, а-ля трейлерный парк даже. Простые такие, нормальненькие там. Не сильно даже сбалансированные, насрать. Но подрыв. То есть две точки, можно какие-то фейки делать, перетягиваться, еще что-нибудь. И поверьте, люди будут это играть. Они не захотят играть ни блицы, ни захваты. Да ну блин, сука, ты начинаешь, понял? А я-то каким хером виноват? Да то, что, блин, отвлекаешь меня вопросами этими. Сейчас бы обсудили бы чуть позже. Ракатоника, давай, красава. Красава, красава, Мишаня! А он разве Мишаня? Он Степа, но это похер. Да. Сука. Наша команда разбита. Эх, бля. 5-5, сука, камбэки пошли, я не хочу этого допускать. Давайте, сейчас соберемся, нормально будет, совершенно другой расклад пойдет. Сейчас будет глубоко и надежно. А вот здесь пойду, сука, и меня просто никто не будет ожидать. Бля, нашего убили. Любаша убили, оживляйте. Тихо. Нормально все, нормально. Нормально. Бля, ненормально, плохо все. Сука, совсем нехорошо, ну ладно. Они идут. Они идут, идут. Они где-то здесь. Долбящийся в глаза. Да блин, ну не увидел я! Команда противника уничтожена. Раунд за нами. Все, один раунд. Один раунд мы выигрываем. Надо собраться, сука. Реально, ну нафига, разработчики. Нет, как бы, ну нормально, да, но ну горит, серьезно. А у некоторых людей просто сгорает. Вот человек попадается там 2-3 раза подряд, захват или блиц. И все, и люди нахер, все, я сегодня больше в Warface не играю, выходит. Серьезно, я без шуток говорю. Вот так вот. Давай, мой хороший. Давай. Ща это, нагнет у нас. Давайте, пацаны, один, ну. Давай.
Красавчики, красавцы, просто лучшие. Ну, с последней мыслью, пожалуй, Рокутаген, я соглашусь. Да. Если бы добавили больше карт на подрыв, возможно, это было бы наилучшим решением. Это было бы сочным решением, я считаю. Такие вот дела. Дорогие друзья, напишите свое мнение в комментариях. Мне кажется, вот серьезно, разработчики, блицы, захваты, все это. Вот какой-то ивент еженедельный. Вот на этой неделе, вот на паблике, играете топово, захват побеждаете, получаете удвоенные там 200-300%, не знаю сколько опыта, там еще короны, что-нибудь дополнительно. А РМ не надо трогать. Вот серьезно, лучше сделайте пяток карт на подрыв дополнительный. Пяток прямо так хорошо, чтобы разнообразие сочное было. Может, какие-то из них прям вообще зайдут, их и потом на турниры свои будете использовать, любимые. Ну а для народа разнообразие, вот оно, подрыв, подрыв. Первый плент, второй, перетяжки, всякие раскидочки. Это сочно, это классно, это народу нравится. Да. В любом случае, если данное видео вам понравилось, по каким-то причинам, ну вдруг, кто знает, всякое бывает, ставьте лайки. По желаниям, как хотите. Яйки чешите, это обязательно. Яйцо почесал, и вот стабильно, никаких блицев и захватов на РМ. Вступайте в нашу армию, нагибайте все. И мы увидимся с вами.